И добавлю, что свои идеи по наполнению открытого пространства межвузовского кампуса уже предложили более 7 тысяч жителей области. Еще около 400 человек высказались на очных встречах фокус-групп. Они, кстати, продолжаются. И подать заявку на участие можно на сайте Тюменский кампус РФ. И там же проголосовать за самые популярные предложения. Тему накануне обсудили вместе с представителями вузов мои коллеги в эфире программы «Вечерний хэштег». Как отметила проректор Тюменского медицинского университета Татьяна Василькова, создание кампуса в регионе необходимо не только студентам, но и преподавателям. Это имеет огромное значение для привлечения молодых специалистов, талантливых специалистов в регион. Ну и второе – это удерживание своих взросленных молодых специалистов в нашем регионе. Если будет жилье, это будет жилье не только для постоянного проживания молодых специалистов, но и для тех, кто приезжает, для того, чтобы наши обучающиеся приобрели какие-то компетенции, если этих компетенций в полной мере нет у наших педагогов. Это очень важно.